подвинуть кресло? А можно вперед, потому что у меня укачивает немножко. Здрасте. Здрасте. Цветочная? Ага. Пусть привет. Слушай, ну все, я еду сейчас минут 10. Че там, как все мои поживают? Соскучились? Слушай, а у Норда еда-то осталась? А то я не успела в магазин заехать. Ну хорошо. Ну а че там, Машуля? Она, наверное, меня сейчас увидит, вообще не узнает. Слушай, ну хорошо, ты, в общем, все там подготовь. Короче, корм оставшийся я тоже заберу, потому что я не успела в магазин. Все, минут через 10 я уже буду. Вот, и, короче, в общем, Нордику привет. Пусть все меня встречают, ждут. И мне кажется, что я по Норду больше соскучилась. Хорошо, все, давай, папусечка, целую. Я позвоню, как приеду, давай. 10 минут, все, давай, целую. Я на всякий случай уточню. Ну, я слышал же ваш разговор про корм. Вы животное какое-то хотите перевести? Ну да, у меня собака. А она в переноске будет? Овчарка. Ганс, сидеть, экзактшнеле зитен. Только лучший таксопарк, только такси хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Овчарка? Нет, конечно, какая переноска. А как вы собрались ее, простите меня? Слушай, у вас же туда-обратно же адрес? У вас же туда-обратно, правильно? Вообще-то у меня два адреса указаны. Ну, у вас туда-обратно. Туда и обратно, да. Две точки. Ну, так а как вы хотите перевезти? Вы хоть на мне хотите ее перевезти? Ну, естественно, на ком еще? Я же до этого как-то ее перевозила без переноски. Нет, подождите, давайте уточним. У вас зачем комментарии... собаке нужна переноска? Она, во-первых, это щенок. И он не сможет сидеть в переноске, потому что он там весь обосрется, обоссытся. А здесь у меня, простите, не сделает? Если он будет сидеть у меня на руках, то у него будет все нормально. Нет, подождите. Он маленький щенок, там вообще ему еще 4 месяца. Мы его только недавно взяли, я его оставляла специально папе, чтобы он там, короче, следил за ней. И вообще я не поняла, какие проблемы. У меня... У вас вроде бы нормально. Нет, подождите, про нормально. У вас в комментарии не написано, во-первых, что вы едете я с собакой. Я никогда в жизни никаких комментариев не писала. А, то есть у вас все время... Я же до этого его как-то перевозила. Ну, я не знаю, как вы до этого перевозили. От разводчицы перевозила. Перед отъездом папе отвозила. И никаких проблем не было. И никто не пиздец, извините. А вы... И вот этот поворот вообще замечательный. То есть вы по факту просто заносили собаку в салон, да, и люди типа уже деваться некуда, но я не такой просто, я не вожу животных. Ни разу в жизни вообще никакие. А у вас что, проблемы с животными? Во-первых, это стоит дополнительных денег. Во-вторых, в комментарии нужно указывать, потому что есть люди, которые, как я, не возят животных, понимаете? Слушайте, давайте я вам доплачу. Сколько там, 50 рублей хватит вам? Сколько? Я вам доплачу, и все, вообще без проблем. 50 рублей? Это прям резко поменяло дело. У вас прям такси бизнес-класс. Причем здесь это? Я не возжу животных. 50 рублей – это нормальная цена. Если бы я в комментарии увидел, что вы... Нам ехать 10 минут. Что тут ехать-то? Вас даже никто не... Ну, блин, вы знаете, что за 10... За свою собаку я отвечаю. Она будет сидеть у меня на руках. Никаких проблем с ней не будет. Мне все так говорили в этой машине, после чего я перестал водить животных. Они здесь что только не вытворяли. Плюс они пахнут, у них шерсть. У меня собака не пахнет, никакой шерсти с нее еще не сыпется, потому что это маленький еще щенок. Если вы не согласны с этим, то... Я не повезу за 50 рублей никакого щенка. Я за 50 рублей никакого щенка не повезу. Типа защита прав потребителей. Но не человека, а есть... про животных вот это. Я забыла, как организация называется, я в ней состою. Ну,
Вы состоите в организации, название которой не помните. Слушайте, вообще замечательно. Меня месяц не было в России. Я обязана не помнить, как называется организация. Я не повезу сразу, я вас до места довезу, обратно я вас не в чарте. У меня указан адрес туда и обратно. Вы обязаны меня будете везти. Тамарская 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж. Если я не отменю поездку, то с меня тогда денег больше я не спишется. Я напишу Яндексу, что вы были с животным и не указали об этом. А у вас не спишутся деньги, потому что вам пересчитается тариф. Я в этом... Вы хотите сэкономить, а я не хочу везти животное. Вот и все. Хорошо. Назовите свою сумму. Я вам дам 500 рублей сверху. Сверху 500 рублей. Я вам гарантирую, что мой щенок абсолютно никаких неудобств и некомфорта вам не доставит. Не будет меня облизывать, раскидываться да шерстью. Какой я писать, сяду, какать. Я... Вот это все. Оно вот не будет делать. Слушайте, во-первых, я его возьму вот тут вот на руки. Хорошо. Потому что меня сзади укачивает. Я понял. Не могу сзади сесть. Хорошо. И вот так вот я его, даже если менты будут стоять, я его спрячу. Никаких проблем, я вам гарантирую, не будет. Прекрасно. Если что, то мы будем решать вопрос с химчисткой. Договорились? 500 рублей – это моя услуга. Нет, 500, в химию. Нет, 500 рублей – это моя услуга. Подождите, вы гарантируете, что ваш пес ничего не сделает. 500 рублей – это моя услуга за то, что я буду перевозить ваше животное вместе с вами. Понимаете? Если вдруг он здесь, его стошнит, написает, это все будет за ваш счет отдельно. Вы, я вас даже не хочу слушать, потому что почему у нас, блядь, в России вот такая вот постоянно, блядь, происходит. Какая? Вот такая вот, когда люди не любят, блядь, никого. Кого не любят-то? Животных. Я себя люблю в первую очередь и свою работу. Я вот сейчас была в Таиланде, там все собаки, кошки вообще спят, живут, все везде ходят, на пляже срут и делают, что хотят. Замечательно. В Индии коровы. Коровы, да, то хотел сказать, да, в Индии коровы срут, да, вот. Но их в такси Если не перевозят. Если бы вы были в Индии, как это не перевозят, а где их перевозят? Ну, ладно, коров не перевозят, но собак и кошек перевозят. Слушайте. Короче, вот давайте договоримся. Блин. Вам нужно? Тогда давайте договоримся, как мне нужно. 500 рублей вы платите, и вы, соответственно... И это входит туда, если что, химчистка, но... Химчистка не стоит 500 рублей. Слушайте, химчистка вот я стоит, сейчас да. его заберу, и он пописает там на тряпочку, везде на пеленочку, короче. Mm-hmm. Он будет с пустым желудком, да. этим, как mm-hmm. его... Короче, я вам обещаю и говорю, что, пожалуйста, давайте вот не портить друг другу настроение, пожалуйста. Почему у нас в России принято все время огрызаться, орать на всех, быть недовольным постоянно по каким-то поводам? Меня это просто вымораживает. Хорошо. Но еще раз, он будет сидеть у вас на руках, он будет не сидеть сзади. У меня на руках. Сзади у меня будет Маша сидеть, Машуля. Какая Маша? Ребенок, ну, еще поедет с нами? Вы вообще-то слышали мой разговор? Ну, как нет, вы подождите, сказали? Так нет, ну я бы на животном заострил внимание, а Маша, это ребенок. Это дочка. А моя. Сколько лет? 5. А что, у вас детского кресла нет? Вообще-то во всех нормальных такси всегда есть какие-то условия для перевозки детей, животных и так далее. А что у вас тогда за такси, простите? О, Господи. Я сейчас постараюсь быть... Вот нам осталось 3 минуты ехать. Ну, эмоциональным. Я просто вам скажу, как есть. Слушайте. Да? Смотрите, есть детский тариф, который перевозит детей до 7 лет. Я указывала, минимум. Между прочим, я не знаю, там, может быть, там что-то еще, слетело. У вас это никаких люди. Комментариев нет, и вы не детский тариф выбрали. То есть, подытожим, вы хотите с собакой и с маленьким ребенком, слушайте, без детского кресла проехать по тарифу, который будет там в 2 раза дешевле. Я вас не повезу. Мне написано было, что там долго ждать. Вот да, это-то. Вот я поэтому ждать. Решила вызвать да. простое такси, потому что у нормальных таксистов да. всегда есть в багажнике детское сиденье, либо вот эта подставка для детей, там, которые уже постарше и так далее. Да, да. Долго ждать, когда дети вырастут. Я не повезу. Слушайте. Вас. Вот честно, даже я понимаю, вы женщины эмоциональны. Пишите, что хотите, куда хотите. Мы сейчас приедем, я закрою поездку и пишите, что куда хотите. Я не повезу вас. Ну, если ребенок. Нет, ну, все, нет. В мое нет. положение вы можете. В какое войти? Положение? Ну, потому что я выйду сейчас, я не видела ни ребенка месяц, ни собаку, отлично, ни папу. Отлично, пообщайтесь, никого. Пока не оба, ребенок и собака пописывают. Но нам нужно быстрее домой, потому что вам ребенка отлично. Мне нужно отвозить дальше, там папе, отлично. Бабушке. Супер.
супер, а мне нужно... На дачу ехать, мне нужно, и так далее. А мне нужно, ну, а мне нужно как можно лучше отработать. Подождите, пожалуйста, я прошу вас. Нет. Я же вам изначально сказала, что когда я вызывала такси, вот этот детский тариф, как он называется, мне было написано, что долго ждать. Да. Сейчас время уже много, я не успеваю. Мне еще до хрена сегодня дел, потому что я только прилетела. Да. Мне нужно собаку туда-сюда на прививке ребенка отвезти и так далее. Поэтому я просто слезно вас умоляю и прошу как человека, чтобы не писать нигде, ни в какие ассоциации о вас, о том, что вы не любите животных и еще до кучи детей, как человека прошу вас отвезти. Я вам еще сверху говорю, да, что я вам даю 500 рублей. Я чувствую, что сверху меня будет ждать какой-нибудь геморрой в виде слюней, шерсти, орущего ребенка и гаишников, но мне это не нужно. Слушайте, если... Мы подъехали, я закрываю заказ и всего хорошего. Нет. Я еще раз вам говорю, почему я должен это объяснять взрослой женщине в конце концов? Слушайте, идите, пишите, что понятно. Хотите, только аккуратно, там машина едет. Аккуратно машина едет. Поездку. В общем, да, я... привет ребенку и собаке. Я, короче, везде обо всем напишу. Я понял. Во все ассоциации скажу, что ваше такси самое хуйное, блядь, такси в этом городе. Идите вы. Я понял. До свидания. Видимо, для россиян очень вреден отдых месяц вне страны. Люди отвыкают очень сильно, видимо. Что я могу сказать? Хорошо, что не корову она с собой притащила и не сказала, что, ну, в Индии коров возят на кабриолетах, они такие едут, у них хвосты, языки вот так вот, и сопли из ноздрей вот так вот развиваются, и все аплодируют вот так вот им, блин, это ж пиздец вообще, нахуй. Это же просто, ну, нет, тетенька энергичная, конечно, но, блядь, это просто какой-то трешняк. Я думаю, что мне здесь комментировать вообще не... Ну, вот честно, что я могу тут откомментировать? Если найдется хоть один человек, сука, в комментариях, который напишет, что «Женек, ты обслуживающий персонал, совсем охуел вообще не исполнять свои прямые обязанности, вот». Если я найду хотя бы одного такого человека в комментариях, берегитесь. Надо попить кофейку и уйти со смены, чувствую. Потому что второй такой поездки сегодня я не потяну, явно. Я сам тут написываю и накакаю в машине. Друзья мои, всем привет. Многие из вас знают, что у меня есть свой собственный таксопарк. Но далеко не многие знают, как я его открыл, сколько я с него зарабатываю и как работает этот бизнес. Если тебе интересно, переходи по ссылке в описании в мой недавно созданный телеграм-канал, где я поделюсь с тобой этой информацией и отвечу на все твои вопросы.